хотел, чтобы Новый год был каждый вечер, каждую ночь, каждый день. Передаю всем привет. Кому угодно даю подарки. Если бы я была бы Дедом Морозом, я бы всем детям раздала подарки. А злым и непослушным тоже бы дала их. Только они бы, как получили этот подарок, сразу стали добрыми и послушными. Если бы я был Дедом Морозом, я бы сделал Новый год почаще, чем раз в год. Запряг бы своих оленей в упряжку, мчался бы с ними по всем уголкам мира, раздавая подарки всем тем, кто вел себя всегда хорошо, не шалил, не баловался, никого не обижал, не безобразничал, всем тем, кто был всегда послушным и взрослым, и детям. Я бы ко всем подходил и спрашивал, чего они хотят, и с помощью посоха дарил бы им желанные подарки. Если бы я был Дед Морозом, то помог бы всем людям нашей планеты больным обрести здоровье, бездомным найти новый дом, детям любящих родителей, а родителям долгожданных детишек. Я бы доказал, что волшебство существует, и новогоднюю ночь прокатился бы на санях с оленями по главной улице нашего города. Зажег бы елочку, а с неба падали красивые пушистые снежинки. С Новым годом вас!